Дорогие друзья, мы продолжаем изучение книги Мишне Тура Знания, а именно Закон о чертах характера Рамбама Глава 7, 7.1 Тот, кто наушничает о своем товарище, нарушает запрещающую заповедь, как сказано Не распространяй сплетен в народе своем Сказано в нашей недельной главе как раз сегодня в нашей недельной главе Вэкра 19.16. Хотя за нарушение этого запрета не приговаривают к телесному наказанию, это большое преступление, которое приводит к гибели многих среди евреев. Поэтому сразу за этим запретом следует фраза ⁇ Не стой над кровью ближнего своего там же. Вспомни, какое зло причинил Дуэк Эдумей. Объясняется это так, не убей рукой или языком, давая ложные показания или сплетни и плохим советом. Разумеется, убийство сплетни не является убийством в уголовном смысле, но в моральном смысле оно не менее предусудительно. Док и Думей поведал царю Шауле, что Давид получил помощь от священников города Нов. В результате царь Шауль, подозревая их в заговоре против себя, приказал уничтожить всех жителей города. 7.2. Кто называется сплетником? Тот, кто, нагрузившись сведениями, ходит от одного к другому и сообщает: Так и это сказал такой-то, то, то и это слышал о таком-то. Хотя он говорит правду, мир от этого разрушается. сплетник загружается сплетнями, как товаром, и ходит от двери к двери. Такой образ создается, да, при этом. В данном случае Рамбам подразумевает, что сплетня – это по определению пересказ невинных сведений, которые ничего позорящего не содержат. Например, Ареувен каждый день ест мясо. Но в то же время сказано, что мир от этого разрушается. 7.3. Есть еще худшее преступление того же сорта. Это злословие. Злословием называется распространение порочащих сведений о человеке, даже истинных. Но если сказанная ложь, то это называется клеветой. Но злословищем называется тот, кто сообщает, так и это поступил такой-то, и такие-то были у него родители, и то и это о нем слышал, и все это вещи позорящие. Об этом говорит Писание. Уничтожит Господь все льстивые уста, язык велеречивый. Это сказано в Таили 12.4. Так вот, современным языком Рамбам различает сплетню, дефамацию и клевету. Сплетни – рассказ о невинных вещах. Дефамация ⁇ это правдивый рассказ о предметах, позорящих честь некого лица. Клевета ⁇ недостоверная информация, позорящая честь некого лица. Также сказано, что Рамбам вводит четвертое понятие, засловище, подразумевая то, или того, у кого злословие вошло в привычку. Подразумевается здесь также в примечаниях Равада рассказывается, что первое тяжелее второго, ибо первое тройное и убивает, а второе двойное убивает только себя. Пойми это. Как же это объясняется? Так вот, подразумевается цитата из трактата «Арахим». «Сплетни убивает троих. Рассказчика, того, кто выслушал, и того, о ком рассказали». Ситуация усложнена тем, что в талмудических источниках термины «злословие» и «сплетни» применяются непоследовательно – а слово «злословие» часто обозначает любое наушничье. Например, Раша в комментарии к тактату «Арахин» оговаривает, что речь идет о сплетни, а не о клевете. Если такого понимания поддерживает Равад, то он полагает, что сплетни наносят больший ущерб, чем клевета. Большинство комментаторов пытается сказать, что возражения Равада вызваны использованием этой терминологии, а не сутью вопроса. Например, Рабы Минахем Краковский утверждает, что Рават называет сплетни сообщению сведений, затрагивающих слушателя, а клевета слушателя не касается. Понятно, что в первом случае последствия тяжелее. Итак, 7.4. Сказали наши мудрецы, за три преступления спрашивается с человека в этом мире. И нет ему доли в грядущем мире. За идолопоклонство, прелюбодеяние и убийство а за злоречие, как за все эти преступления вместе. 7.5. И еще сказали мудрецы, каждый, кто злословит, как будто отрицает основы Торы, как сказано, тех, которые говорят, победим языком своим, уста нам служат, кто нам господин. В Тегелим 12.5. Еще сказали мудрецы, что злословие троих, рассказчика, слушателей того, о ком говорят, и слушателя больше, чем рассказчика. 7.6. Есть вещи, которые называются пылью злословия. Например, кто бы сказал о таком-то, что он станет таким, как сейчас. Или, давайте не говорить о таком-то, я не хочу рассказывать о нем то, что мне известно и так далее. И если рассказывают нечто хорошее о человеке в присутствии ненавидящих его, это пыль злословия. Так как приводят к тому, что те начинают рассказывать нечто порочище. И об этом сказал Шлома. Восхваляющий ближнего громким голосом, встанет утром и увидит, как сказал проклятие, сказано это в Мишлей, то есть, желая добра, причинил человеку зло. Посмотрим, что сказано в комментариях к этому. Рамбам поясняет, что пыл злословия – это когда говорят о недостатках намеком или в завалированной форме, а также затевают разговоры, которые в конце концов приводят к злословию. Также приводит Рамбам Тасефту из Авада Зара, добавляя слова «Перед ненавидящими его, то есть перед друзьями, хвалить другого человека можно и даже нужно, а вот перед ненавидящими нельзя». В комментарии к Мишне он пишет, что при большом стечении народа не следует хвать, хвалить никого, потому что наверняка среди присутствующих найдется кто-то, кто не любит того, о ком идет речь. И это крайнее отдаление от злоязычия. В книге Шмират Халашон «Стражи языка» Хафицхайм, среди прочего, рекомендует никогда не говорить с торговцем о другом торговце и с мастеровым о других мастеровых, потому что, по общему предположению, ни один мастер другого не любит. И тем более не следует хвалить одного перед другим. Это из книги ⁇ Врата разума ⁇ На этом мы сегодня закончим замечательной и успешной недели.